Всем привет, уважаемые подписчики, зрители канала, с вами Титан. Продолжаем играть в замечательный шутер, в командный шутер. Это Overwatch от замечательной, не менее замечательной компании Blizzard. Не думал, что мне так понравится игра. Ну, почему-то я так вот до этого рассуждал как-то, не знаю. Но, тем не менее, она мне понравилась. Очень понравилась. Давайте продолжим. И, да, и возможно, ну, невозможно, а точно скоро мы будем с Хаммером ее снимать. Как только он вернется, как только я ему куплю Overwatch, как только мы ему, в общем, улучшим компьютер. И вот как только это все произойдет, мы с ним обязательно, это я вам 100% говорю, после того, как после того, как мы улучшим компьютер и так далее, мы обязательно с ним будем снимать эту игру. Ну что ж, продолжим. Так, мне надо подумать, за кого бы сейчас поиграть. Ну ладно. За кого бы мне поиграть? За кого бы? Поиск матча. А что, как-то меньше людей стало играть сейчас? Вроде вечер у меня. Странно. Все ушли спать. Давайте я, может быть, на паузу нажму, чтобы вы как-то не ждали. Ну вот, нашелся матч. Вы прибываете на пост наблюдения Гибралтар. Гибралтар, так. Сейчас главное подумать, кем бы еще поиграть. Приготовьтесь к обороне. Хоть мы играли. Кэндзю. Может, Кэндзю поиграть? А, в обороне надо. Подождите, в обороне. Может, турельку ему поставить? А что он делает? Он турельки ставит. Гвоздострел, кузнечный молот. Давайте вот это выберем. Я хочу посмотреть, что он делает. Так. Перегрев ускоряет атаку оружия. Улучшает турель. Комплект брони. Создает комплект для укрепления брони. Подождите, создает комплект для укрепления брони. Устанавливает турель. Гвоздострел. Это обычно. Кузнечный молот. Используется для улучшения турели. Собирает металлолом, чтобы создать улучшение для турели. Все как-то немножко сложновато, ребята. Но ничего, я думаю, сейчас мы посмотрим. Так. 5, 4. Вот это 3, он что делает? 2, вот это он 1. Стреляет. Начинается. Вот это атака. Он. Так. Угу. А shift? А нет. У меня на тебя большие планы. Нет, так, подождите. Что еще? На E он что делает? Нужно больше деталей. А, деталей больше. Ага. Так, я понял. Защитите. Все, ребят, я понял. Надо больше деталей. Нет, вот здесь надо было, вот здесь вот где-то турельку ставить. Какой так, турельку сломали. Блин. Так, видите, турельку сломали. Тебя ждет славное будущее. Турель установлена. Груз достиг контрольной точки. Так, а как турельку-то чинить? Мою дуэль! Мою
Как-то, я еще не понимаю, как ее улучшать. Ах. Сейчас разбегаемся, ребята. Надо металлолом собирать. Подождите. Фу, это устанавливает турель. Комплект брони еще. Нет. Ну, надо научиться, ребят. Так что вы... А! Он вообще это расстреливает. Я как-то... Не, как-то я этим... Ладно, начнем сначала. Действительно, начнем сначала. Я буду защищать невинных. Вообще как-то... Вообще как-то не это... Вдова на месте. От... Не понял. Как он так сзади меня обошел? Я больше не ошибусь. Умри, убрал. Где они там? А, тут танк, танк этот самый. Как-то я не понял этим. На связи. Гномом. Как... Слейтесь со сферы. Где они там? Я его подмял, это хорошо там этого робота. А, я хотел же сделать, ребята, чуть потише. Чуть потише звук хотел, я просто прошлый... Прошлый этот самый... Вот так вот. Вот так вот. Так, чуть потише сделал, просто я слушал, было... А, у меня... Он меня это подкараулил. Подкараулил меня. А вот он меня сзади зашел, я его не видел. Системы Рапторы работают в штатном режиме. Так. Груз достиг контрольной точки. Ай, меня за все выпустил я. А они под защитой были. Были под защитой. А, это от моего же. От, по-моему, от моего отскочило.
А, сколько их тут много-то было. Я нужна своей команде. Груз приближается. Да бегу, бегу, я бегу, груз приближается. А, я тут прям в саму месилку попал. Че в месилку? В месилище. А. И снова. А. Тут этот. Где он? Оставьте его надо. А, меня убили. Я ему отомстил этому. Вы у меня в прицеле. Как много целей. Я ему отомстил. Снова на связи. Иду, иду. Где он там? А. А, где он там парит? А, ё-моё, это такая же, что ли, была, как и я? Фара. Что ли? Да, такая же фара была. А, я тут отвлек их. Отвлек. У меня же это, ульта, ульта у меня. Я не увидел. У меня ульта. Добил меня. У меня ульта, ребята. У меня ульта, ребята. Ё-моё, поражение. Ну ладно. Нормально. А, это фара, наверное. Меня, наверное, убило, поэтому лучший момент. И меня еще, наверное, да? А, нет, это не меня. Это Бастион она убила. Где там фара? То я не знаю даже кого. Давайте за этого проголосуем. Не могу понять, за кого голосовать и как. Если был кто-то в нашей команде, ну, имеется в виду, там, из подписчиков, я бы за него голосовал. Личный рекорд. Давайте дальше. Те-те-те-те. Те-те-те-те. Эх, за гнома за этого что-то как-то у меня не получилось. Надо мне его поизучать тоже. Ну, кого-нибудь сейчас, еще кого-нибудь новенького. Вы знаете, как бы новенького возьмем? Новенького возьмем кого-нибудь, ну, для себя, в смысле. Кем еще не играл? Атаковать. Ну, видите, вот атака тут надо. Кензи. Кензи, Кензи, Кензи. Клинок дракона, все как-то. Как-то. Жнец. У него всякие пушки там. Или вот этот, который стреляет. Граната шумовая. Рывок, опять же, как-то мне не это. Вот этот бомбочки всякие кидает. Это ловушки, опять же. Вот этот стреляет. Удар дракона. Лук. Как-то не знаю я.
Вот это прикольная штука. Она ту-ту-ту-ту-ту-ту. Стреляет, идет. Давайте вот эту возьмем. Я играю ради победы. 5, 4, подождите, 3, я хочу почитать. 2, самоуничтожение, 1, катапультирование, атака, вызывает к взрыву, призывает на поле боя нового меха, совершает перелет, блокирует все снаряды в области перед мехой. Е. Ага. Все, я понял. Это блокирует все снаряды. Так, а это... Я их не дочитал, я там. Так, мне там полечиться надо. Полечиться можно? Ребята, полечиться. О, полечиться. Так, подлечилась. Кью вызов мехи. Кью вызов мехи. Да, собственно, все. Ускоритель. И заяц там. Уничтожение. Кто там? Вот и Кикуру. Сделал. Вот и Кикуру. Да, ё-моё. Осталась такой беззащитной, с такой с пукалкой. Пи-пи-пи-пи-пи. Я беззащитная такая. Подлечите меня, пожалуйста. А она что может? А, ну она... А призыв мехи. А! На меня дракон упал. Вагитаки куру. Вагитаки куру. Я могу тут сбоку зайти. Объект Б. А, покидаю. Герои, восстаньте. Не надо, герои, восстаньте, не надо. Впереди вражеская турель. Ё-моё. А, да так куру. Ну я, конечно, тут без этого, без меха она никакая. Смешно звучит, конечно, без меха она никакая. Я не умею проигрывать. Да, конечно. О, у меня заяц, говорю. У меня же это, ульта. Ультра сработала. О, там взорвалось. О, прикольно, я понял, в чем смысл. Меху покидаем.
Ну так, так такое, знаете. Герои, восстаньте! Ай! Я же без меха, без меха, беззащитная. Я уж чем могу, тем помогу. А, куда кикуру? Вот эти кур, вот эти кое-ку. Вот такой кикуру. Вот так и коров. Это что? Полетели. Оно мне накапливается, нет, эта штука. Катапультируюсь. Вот так, так и коров. Вот так и коров. Ну как это не пройдем, давайте. Застыньте! Не шевелитесь! Слейтесь со сферой! Герои, восстаньте! Да вообще пипец. О, кого у этого китаки атака, кого? Вот же ж, так мы почти чуть не захватили. Да, ёка. Да. Я могу почаще так вот летать, нет? Ух, так вот. Не, ну это прикольно играть, прикольно. Мне понравилось, не то чтобы совсем, но меха такая. Ну без меха она, конечно, такая. Я уже 100 раз говорил об этом. Никакая она, никакой. А, я забываю, знаете что, ребята? Я же букву Е забываю нажать. А какой я этот самый? Забываю Е букву нажать. А, я сам себя убил. Я сам себя убил своей же мехой. Своей же мехой убил. Но... Кстати, я на Е нажимал, оно как-то не очень спасает. Ну, то есть спасает, конечно, отбивается, но не очень на Е букву. Меня этот, меня дракон 100 раз убивал. 100 раз меня убивал этот дракон. Да они все читеры. Не, ну прикольно вот это. Тут знаете, знаете, чем мне нравится вот этим, вот этой, как же их зовут-то? Не смейтесь,
Меня заморозили. Что-то там и заморозили, и что-то кинули. Ты такая, застрела. Мне здесь нравится то, что можно и как бы в мехе, да, играешь, и вне его как-то там по-другому. А сколько там осталось захватить-то нам? Поражение. Не получилось. Ничего, нормально, прикольно. Прикольно мне, меха и понравилось. Турельку он поставил. А вот турелька никак не могу научиться. Вот этим гномом никак как-то не могу пока. Я не знаю, вот это вроде это морозило круто. Морозило, вот оно. Ну что ж, давайте откроем контейнер под конец серии. И нам выпадает... А давайте что-нибудь легендарное. Мне хочется либо на меху, либо на фару, да, или как ее называть. Ну, в общем, тем, кем я люблю, мне нравится играть, что-нибудь такое выпало. О, за этого. За толстячка, да. Реплика. Граффити, реплика. Облик. Ладно, выберем что. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.